Полицейские задержали предполагаемого педофила. Им оказался 27-летний инженер из Москвы. Напомним, 2 недели назад мужчина напал на 10-летнюю девочку в подъезде дома на проспекте Мира и показал ребенку половые органы. Школьница сумела вырваться и добежать до квартиры бабушки. За помощью в розыске полицейские обратились в СМИ, и благодаря этому удалось установить личность мужчины. Оказалось, что он был в Красноярске всего сутки проездом из Москвы, а после отправился на новое место работы в Иркутскую область. Девочка уже опознала нападавшего, его арестовали.